Всем привет! Сегодня на скутере от фирмы Motoland YZ155A Tank буду менять масло. Сначала завожу скутер и прогреваю мотор. Скутер выставляю ровно горизонтальное положение и с правой стороны глушителя выкручиваю пробку щуп. С правой стороны по ходу движения в нижней части откручиваю пробку, за которой также находится масляный фильтр. Достал масляный фильтр. Он из себя представляет наперсток из металлической сетки. И при каждой замене масла его надо промывать. И жду, когда досыпается масло. Промыл фильтр, пружинку и пробку. Собирать буду вот в таком порядке. Обращаю ваше внимание, что пробка алюминиевая, резьба также алюминиевая, а уплотнительное кольцо резиновое. Поэтому при закручивании пробки рассчитывайте свои усилия, не переусердствуйте, легко срывается резьба, рвется уплотнительная резинка. Масло с двигателя полностью слито, масляный фильтр установил, пробку закрутил. Теперь в двигатель буду заливать масло, масло заливается через отверстие, где размещается пробка щуп. Залил масло в скутер. У меня вышло чуть больше 700 мл. Теперь пробка щупом, проверю уровень. Вставляю до резьбы, не вкручиваю, достаю, смотрю. Вроде масло по максимуму. Вкручиваю пробку щуп на место. Далее заведу скутер, дам его немного поработать, после чего заглушу. И 10-15 минут дам масло постечь, после чего сделаю контрольную проверку уровня масла. Масло в двигатель заменил. По поводу видео. Видео ни в коем случае не является пошаговой инструкцией к действию, а носит только чисто рекомендательный характер. На этом всем, кто смотрел, огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.